2, ой, 12 миллионов евро. Это очень мало. Да, вот, да, небольшой перевод, наш склад, три футбольных поля, слева погрузка вот автомобили, прямо можно будет увидеть машину двери, это погрузка железнодорожного транспорта, как раз, например, то есть он всегда, то есть склад скорее под пиковый момент потребления, обычно мы сразу пиковый транспорт, например, магазин, но да, да, ну, что по факту ящик 12 миллионов евро.